тряпочный рукав, чтобы рука скользила по коврику с мышкой. Гораздо легче. Топ-сборка. Ну, не знаю, топ, не топ, но мне нравится. Я минус. Тебя убили? Да. Вида убили? Да, да. Этот читак. Грудак, вид? Да. Ну, ожидаемо. На заводе Эвент. Хе-хей! Все на завод. Сколько там? 6 попаданий в грудь? Да, 6 попаданий в грудь. Мне с двух. Понял, на завод не идем. Эвент отличный, мне очень понравилось. Все здорово, классно, красочно. Да. Квадрат. А ёбли, граната! Бля, их там, их трое. Я спрыгнул вниз. Двое минус. Трое минус. Я с тобой. Да, трое минус. Все, чистая карта. Бля, ну такой вот завод я, конечно, поиграл бы. Но только вот без того, как было в первой катке. Так, а тут обычно... Кулибин. Вот типа ник Кулибин, и у него мутант собран, как хер знает что, короче. Блять. Кто прыгает? Хорош. Нет, я не прыгал. На втором кто-то бегает. Что у тебя на аве потлатый чувак, это я в молодости. Фризить? Ну да, зависает и все. Как вчера у нас было, да? Да. Опа, флешка. Сегодня уже второй раз. Граната. Одного убил. Еще граната. Да не вышел, пусть дали. Там глянь туда дальше. На лесиком, на секрет. Он дальше там, возле поваленного. Гранат поваленного прилетела. Ой, бля. Он слева от него. Убил. Весеннее обострение у ботов. Ну, вы... Сами замечаете, что они сегодня какие-то ёбнутые немножечко. Я по территории повалил, что там еще прошел. Второй, сейчас грена туда дам. Смотри, может пугаться. Надо мной на втором бегает, в сторону пристроя побежал. Угу. Убил центр, по-моему. Угу. Металл опять какой-то, это где? Не слышал. Ходишь ты, да, сейчас вот медленно? А? Он ходит у плотника прям по улице. Понял. С третьего буду играть. С какой стороны у плотник? Прям где-то под этим. Под отщадок. Дал туда грену. А, да, да-да-да, ходит, действительно. Бля, по забору один уходит в сторону палатки. Убил? Убил, да? Да, еще есть один подо мной где-то вроде. В кустах. Под пристройкой. Уходит.
Где? По-моему, ходит справа. Да-да-да, справа ходит. Ну нахер. Да, были шаги. Грена есть? Бегает вдоль двухи. Внутрь зашел, задыхается. Как это бот, ёпта. Походу Аню забрал и уехал. Да, да. Я говорю, второй не успел, видимо, потому что он как раз бежал от платника по заборчику. Здорово. Кто-то есть внутри. Ты у меня сзади? Да, я с тобой. Туалет, первый этаж. Сзади, сзади. Попал по нему. Ему херово. Я ему там такой сейчас расстрел видел. Если бы убил, это было бы очень красиво. Ты в стену стрелял, что ли? Я через стекло стрелял. А, стекло, я понял. Первый этаж, центр. Да, пропущил центр. Зашел первый. Сашка, можешь пробовать? Минус один. Где был? В тёмке был. Меня убил, он дальше лежит. Блин. Ой, значит. Че у вас там? Трешка? Первый. Ник Рэд, сам понял. Первый. А, понятно. ВПшки. Он, не знаю, выйдет или нет, или будет дальше лежать. И аккуратно, если что. Да-да-да, стоит. За кухней там, слева. Тебе надо с кухни ему грены прокинуть в пристрой, Мэтт. Сейчас оформлю. Скажи, как будешь кидать? Готов. Давай. Он меня встречал. Речь. Что за гений игры? Он услышал меня, где? Прострелил, иди, да. Блять, тут решаловские! Вы что, конченые нахуй? Извиняюсь за мой французский, конечно, блять. Но это пиздец. Так и думал, блин. Мразь. Ни единого звука не издал, блин. Я там хилился полчаса, мог бы давно зарашить меня уже. Ред Катчер, блин. Нашел ты его? Нашел. Я убил всех решаловских, захилял живот, руку, закинул два магазина 60-ок, захилился. Пускай на первый этаж он стоит. Ну, как бы. Знаешь, после прошлой катки я вообще не убирал. Сколько там опыта заработал? 9000 всего. Что такое? Блять, сидит за мусоркой слева.
Я вот говорю, сегодня вот этот геймплей, блядь, он будет весь день у нас. Каждую пятницу. Каждую пятницу я в говно? Угу. Каждую пятницу я хардкорщик, называется. Да, так же. Давай через старую пройдем и через проходную. Бля, по-моему, по биотуалетам только что прошел направо. Биотуалетом это не понял. В сторону медички, что ли? Или показалось? Не-не-не. Убил. Хорошо. Сейчас, быстренько. Шестой давайте уровень. Поправлю. Туда-сюда, туда-сюда. Подходим, жди. Переключает режим. На лестнице. Центральный. Убил. Первый дальше взял. Я спускаюсь. Стоялся таки прямо на центре. Прикол. Дальше. То есть вот даже на моем уровне находится. Ни выше, ни ниже. Он первый этаж, я на первом. Я все равно не слышу. А, ты тоже на первом был? Да, а на улице сейчас. Где на улице? Ты? В магазине? Нет, кто? У магазина? У магазина, да. За магазин дал слева. Разговаривает. Разговаривает. Белого. Охереть. Вот это выдумщик, блять. Я, говорит, без оружия. Сам такой подошел к двери и сел с пистолетом целиться на дверь. Угу. Нитка, это Юсек. На выходим. Так. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.